У берегов Греции, который является одним из главных направлений для нелегалов из Африки, Ближнего Востока и Азии, затонула лодка с мигрантами. В результате погибли 12 человек, включая 4 детей. Инцидент произошел у греческого острова Лавкада, расположенного в Ионическом море. 15 пассажирам лодки удалось спастись и добраться до берега. Тела погибших нашли практически сразу. Большая часть из них оказалась под перевернутой лодкой. При этом спасатели недоумевают, что могло произойти с судном в условиях хорошей видимости и практически в безветренную погоду. Некоторые из выживших нелегалов оказались беженцами из Сирии.